Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня в работе у меня вот такие длинные ногти. Клиентка у меня впервые. Вернее сказать, клиентка у меня во второй раз, потому что первый раз она записалась на наращивание одного ногтя. Она только сделала покрытие, и ноготь на указателем пальцев у нее сломался. Она пришла, мы переделали ноготь, и теперь она пришла на полноценную коррекцию. Покрытию здесь месяц. Я подготавливаю руки, обрабатываю антисептиком, включаю вытяжку и приступаю к снятию старого материала. Вот этот указательный ноготь, это как раз-таки я ей наращивала. Остальные все ногти от предыдущего мастера. Мастер ее куда переезжает. Ну и собственно в связи с этим клиентка начала искать себе нового мастера и попала на меня каким-то образом. Снимаю старый материал, я понимаю, что при такой длине и при длительной носке, а месяц для такой длины, это длительная носка, должны быть отслойки. Но вот один ноготь снимаю, вроде бы ничего, все в порядке, отслоек нет. Аккуратно, не спеша, как обычно, снимаю старый материал, но полностью я его не убираю. Здесь нет в этом смысла, если нет отслоек, материал лежит плотно имеют прочное сцепление с ногтевой пластиной и при следующем ну, при укреплении, мне нужно будет накладывать слишком много материала. Зачем это делать, если можно оставить старый материал, ну, допустим, средним слоем. Но на тех ногтях, где есть отслойки, их, конечно же, нужно полностью убрать. Потому что если не убрать отслойки, ничего хорошего с этим не будет. Сразу же, буквально через несколько дней, будут образовываться новые отслойки, туда будет попадать влага, все это дело будет плесневеть. В общем-то, это никому не нужно. Ну и как я предполагала, практически на всех ногтях были отслойки на некоторых ногтях прям такие достаточно большие в основном все от кутикулы это говорит о том что клиентка в процессе жизнедеятельности куда-то тыкалась своими ногтями и при надавливании на достаточно массивный длинный свободный край конечно же от кутикулы материал по чуть-чуть отрывается и образуются отслойки ноготь большого пальца вообще пострадал значительно где-то он был задействован в очень хорошем какой-то работе. На второй руке тоже отслойки. В общем-то, со всем этим придется сегодня работать. Для меня это длинные ногти. Кто меня смотрит редко в кадре, видит такую длину. Один раз я наращивала своей клиентке длинные ногти стилеты, но проходила она с ними две недели. Она везде ими тыкалась. В маршрутке остановился резко водитель. Она тыкнулась ими в сиденье и поломала два ногтя. В общем-то, она через две недели пришла и сказала, снимай все нафиг. Ну и больше таких вот прям длинных ногтей у меня в моей практике не было на моей памяти. Может, конечно, я что и запамятовала. Были немножко короче, но прям таких длинных не было. Но ничего страшного, никакого секрета в работе с длинными ногтями нет. Все то же самое, просто немножко дольше и немножко больше вопили. Я обязательно работала всю открытую ногтевую пластину пилочкой. То есть там, где были отслойки, открылась ногтевая пластина. А на тех ногтях, где отслоек нет, отросла ногтевая пластина. Все это дело нужно зашлифовать пилкой. Обязательно убрать везде глянец. Следующий этап, это этап маникюра. Выполняю потальку, чтобы легче и проще мне было работать. Потальку кожа высыхает под воздействием талька и работать фрезой по такой коже намного удобнее и намного проще. Отодвинула кутикулу, прочистила под кутикульный карман, зашлифовала кожу с внутренней стороны, приподняла все лишнее вверх и теперь шариком все это лишнее нужно счистить и зашлифовать вокруг этого среза кожу, чтобы не образовывались заусенчики. Ну и конечно же зашлифовать боковые стороны там, где образуются у нас огрубелости, которые клиенты потом зубками Пытаются убрать, и получается опять-таки еще больше заусенцев. Если нужно, призой шар. Я также дорабатываю по ногтевой пластине, где вижу отслойки. 50 минут ушло у нас, и тут я показываю, что клиентка очень долго выбирала, что же она хочет видеть на своих ногтях. Она не любит всякие дизайны, но блестки предпочитает. Нанесла базу. Далее она выбрала вот такой вот гель, он с черными частицами, здесь еще есть какие-то синенькие, золотая, потом, в общем, много всего намешано, все, что лишнее осталось, да, от блесток, все смешали в одну баночку и получился вот такой интересный классный гель. Им я закрываю место, где была отслойка и поднимаю свободный край. А теперь вторым слоем я делаю укрепляющий и выравнивающий слой. То есть первым слоем я закрыла место, где была отслойка, там образовалась, естественно, ямка. Ну и свободный край тут тоже нужно немного приподнять, поэтому я первым слоем выполнила вот эти вот два действия. И с вторым слоем просто сделала уже поверхность ногтя. Теперь на остальных ногтях будет другой гель. Здесь я с помощью полигеля поднимаю немного клюющие кончики апельсиновой палочкой. Я все это дело утаптываю, делаю более-менее плавный переход. И также я закрываю, ну назовем условно, это ямку, где были отслойки, также полигелем и апельсиновой, апельсиновой палочкой утаптываю. Не обязательно все это дело подводить к кутикуле, к кутикуле будет подведен гель. Ну и а теперь гелем я делаю уже выравнивающий слой. Вот кто работает из мастеров и встречались с отслойками, те знают, что если убрать отслойку и делать потом укрепляющий слой, то вместе месте отслойки будет постоянная неровность. Так вот, чтобы при укреплении этого не было, я закрываю эти ямки вот отдельным способом. Ну или материал нужно было тогда уже с ногтя убирать полностью, чтобы не было вот этих вот впадинок. Укрепила гелем, гель с хлопьями юки, красивый классный гель. Ну и теперь, конечно же, нужен опил. Опять включаю вытяжку, чтобы не дышать пылью, выравниваю боковые стороны она попросила торец поуже, поэтому, собственно, стараюсь сделать то, что хочет клиентка. конечно же, каждый раз показывает достаточно, достаточно. обязательно опиливаю ноготь как трубочка от одной стороны к другой, так еще больше заужается ноготок. выпиливаю все с внутренней стороны у меня камера это или выключилась или разрядилась, не засняла и перекрываю топом. и вот такие ногти получились Хлопья юки очень интересно переливаются от голубого в бирюзовый, зеленый, фиолет. В общем, кто работал с хлопьями юки, те знают, что красиво и классно переливается. Очень интересно. Вот так смотрятся ногти сбоку. Ну и вот такая работа в целом получилась. Если вам было со мной интересно, обязательно ставьте лайк. Мне будет очень приятно. Ну а на сегодня все. Спасибо, что были с вами до конца. Всего доброго, хорошего дня!